В 2019 году Центр «Вместе» отметит первый серьезный юбилей – 10 лет. Тогда и будут основательно проанализированы результаты деятельности. Однако уже сегодня можно сказать, инициатива себя оправдала в полной мере. Ребят, которые получили здесь помощь, больше с каждым годом. Растет уровень доверия, расширяется список принимающих специалистов. На постоянной основе там работают два фельдшера-валиолога и психолог, она же координатор этого центра, она координирует работу, потому что остальные все, конечно, совместители. Центр «Вместе» функционирует на базе первой детской поликлиники. Найти его несложно. Есть возможность обратиться онлайн или по телефону. Один из важных принципов работы подразделения – здесь всегда готовы сделать шаги навстречу. И если подросткам, к примеру, комфортнее обратиться анонимно, такая возможность им предоставляется. Он отдельно расположен, и входы, и доступность, и анонимность. То есть сегодня подростки могут туда прийти, минуя регистратуру, минуя какие-то определенные там рекреации с различных мест, везде это доступно. Он может прийти сам подросток, может прийти со своими друзьями, может с мамой, с бабушкой, я не зря это говорю. Молодые люди попадают сюда разными путями. Штат специалистов центра небольшой, однако при необходимости сюда приглашают докторов любого профиля. Для некоторых врачей это второе место работы. К примеру, уже несколько лет здесь ведет прием гинеколог. Съемки репортажа проходили в преддверии дня борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем. К сожалению, эта проблема актуальна не только для взрослого населения. Если мы заподозрим инфекции, передаваемые половым путем, очень часто острая стадия переходит в хроническую, и никогда она не излечивается. И самым важным моментом понять, если появились какие-то симптомы, обязательно нужно обратиться в медицинское учреждение. А можно обратиться не только к детскому гинекологу, можно обратиться в кожевенодиспансер, уже более взрослой девушке после 18 лет, в женскую консультацию. Но если ребенок не понимает, что с ним происходит, все-таки вот есть центр «Вместе» на базе нашей поликлиники, поэтому мы всегда выявляем какие-то заболевания, если есть, и как можно быстрее выставляем диагнозы и лечим. Деятельность центра высоко оценивают представители ВОЗ, ЮНИСЕФ, что, безусловно, приятно для специалистов и руководства подразделения, значит, курс выбран правильно, но вместе с тем это не повод для самоуспокоения. На будущее немало планов и задач.